Россиянин прикинулся мертвым, чтобы не платить по долгам. Житель Саратова задолжал 815 тысяч рублей. Житель российского Саратова прикинулся мертвым, чтобы не платить штрафы и по долгам. По 111 исполнительным листам мужчина задолжал 815 тысяч рублей. Кроме того, из них 64 тысячи – это штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает ТАПНУЗ. Саратовца неоднократно вызывали на прием к судебному приставу, однако он все это игнорировал, пока не было вынесено решение о принудительном приводе неплательщика. Приставы выяснили, что он регулярно ездит по объездной дороге на Audi 1996 года выпуска. Там он и был остановлен и доставлен в отдел. Машину приставы арестовали и изъяли. Спустя 5 дней должник должен был вновь явиться на прием к приставу для предоставления документов, однако требования проигнорировал. Тогда на домашний телефон должника был совершен звонок. Ответившая приставу женщина, представившаяся супругой должника, пояснила, что муж умер и уже похоронен, а также пообещала предоставить в отдел свидетельство о смерти. Но вскоре приставы заметили покойника уже на другой машине, они проследовали за ним и арестовали его имущество и автомобиль Kia Rio 2015 года выпуска. Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму за долги по коммунальным услугам можно поплатиться жилплощадью. По материалам сайта news.com.